12-27 обычный средний самолет, который год в свободном рейсе в небесах. Потрепан ямами воздушными и солнцем прокален уже треть века мне по бортовым часам. Прошу посадь, эй, земля, координаты назови, в ответ, как ясный день с пустого неба гром. Принять не может, через час садится мужа штурмовик, и я лечу на запасной аэродром. Я борт 13-27, земля, как слышите меня, в связи с грозой мой маршрут был изменен. Немного пьян, слегка не ел, устал и чуточку помят. Мне нужен отдых, да заправка и ремонт. Прошу посадки, эй, земля, я к приемнику приник, а он молчит, будто рыба подо льдом. Ответа нет, видать, диспетчер укатила на пикник, и я лечу на запасной аэродром. Бор 13-27, и на предельной высоте вдруг оказался между тучами зажат. И начинается болтанка, и приходится лететь, как в том мультфильме «Чудеса на гаражах». Прошу посадки, зажигайте все сигнальные огни, земля в ответ щебечет между голосом. Принять не можем, диспетчер, критические дни, я лечу на запасной аэродром. Нет керосина, хоть ведро, а нет, так грохнусь, это ясно и ежу. Земля, земля, не слышу вас, но выполняю разворот, включая радар, я на посадку захожу. А из приемника в ответ рук чужие голоса. Куда собрался, спочем день тебе в ребро? Иди отсюда, тут и так, а, блядь, тенела полоса. Я лечу на запасной аэродром. Борт 13-27, последний литр масла сжёг, бурчит в моторе, заедает элерон. Компрессор кашляет, а хвост ведет совсем нехорошо. Иди по курсу ураганный фронт. Вот датчик топлива звенит, что керосина нижняя, а я в отчаянии машу усталым крылом. Небес простор меня манит, и так свобода хороша, что к черту все и запасной аэродром.